Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами посмотрим короткий ролик, распаковочку сделаем посылочки, которую прислал Олег со Столбцов. Покажу вам, какие сорта там, которые для меня как бы очень важны. Ну, сейчас откроем и посмотрим все это. Вот такая вот посылочка. Это посылочка от виноградаря Андриенко. Олега, сейчас посмотрим, что тут как пришло. Ну вот я ее открыл, чтобы вас не утомлять звуками открывания. Единственное, что сразу скажу, что упаковка мне понравилась. Все, единственное, что не понравилось в нашей почте, что они 4 дня это везли все и... Это было довольно не очень приятно, когда так идет. Хотя 5 дней с Иркутска. Я посылал в Иркутск, все шло. Ну вот посмотрим, что тут. Вот я вижу, сразу выпал мне презент. Здесь. Прямо Украины. Так. Ну, Прима Украины это не очень меня интересовало, потому что это уже есть. Так, посмотрим, что тут еще. Что здесь есть и как тут оно дошло все. Ну вот хорошо, что я вижу, не пересохло. Даже влага немножко есть. Так. Значит, вот два черенка. Ну, вот как я его и просил, чтобы он с комом это прислал. Ну, вот вы видите, что это. Вот такие почечки мы с вами видим. То есть вызревшая лоза, все хорошо. Это два черенка Рэмбо, которые я хотел. Да, ну и вижу, что там корни хорошие, все как бы то, что нужно. Ну вот, если не хочу развязывать, ну тут вот видно, что корни очень хорошие. Значит, смотрим, что тут дальше. Это Шарлотта Сидлис. Это очень хороший сорт, кишмиш. Давно я хотел его иметь. Это столетие. Известно всем, это не новинка. Давно... Она у меня была, но почему-то погибла. Ну, так тоже, вы видите, почки все вызревшие, все как бы хорошо. И лоза, толщина лозы нормальная. Вот такая новинка для меня. Для кого-то, может, это нет. Это сорт Краса Балок. Вот таких два череночка. Новинка прошлогодних сезонов. Это ландыш. Тоже вкусная, очень вкусная ягода. Сенатор. Ну, как бы вот и черенки он с запасом дает. Я просил 2, а тут фактически по 5 черенков. Ну, вот очень хотел я дыньку. Вот она и есть дынька. Осталось только черенки вырастить. И все будет нормально. Это всем известный сорт «Сенсация». Это тоже не новинка, но она как бы... У меня есть один сорт, еще друг попросил 2 сорта. 2, то есть черенка этого сорта. Это Валек. И здесь что у нас? И Брависсимо. Ну вот то, что как раз мне все нужно. То, что я хотел. Кишмиш Брависсимо. Видите? Воды нету, черенки без плесени, без всего, все дошло хорошо, все отлично. Все, Олегу большое спасибо. Будем выращивать лозу, как раз сейчас на фазенде. Завтра будем аватар садить. Всем всего хорошего, удачи!